ham toshli toshli bo'lma hayron bo'lsa ko'zi qarossi yoshli yoshli yolg'iz senga aytay bu kun dardlarim armonlarim qolmadi hech dilda sabrim qolmadi darmonlarim orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga Дорогие друзья, дамы и господа, встречайте нашу следующую участницу, представительницу Узбекистана. Хон! Mina
Ваши аплодисменты, друзья! Хон! Узбекистан! Браво! И горячая хореография от балета Аллы Духовой «Тодас». Ну что ж. Хон, вы к нам приехали из Узбекистана, понимаю, банально сейчас скажу, но все-таки нам, белорусам, ну хочется, ну очень хочется нам разгадать секрет настоящего узбекского плова. Есть какая-то фишка, которой вы можете с нами поделиться сегодня? Ну, главное его готовить с любовью. Но лично я, когда готовлю плов, я напеваю песни. Так и я, кстати, тоже неплохо готовлю, тоже напеваю, готовлю с любовью, но почему-то все время витает аромат блинчиков, а не плова. А что вы поете? Ой, колядочки, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки. А что еще может петь белорус? Не то? Нет. Например, я пою. Симбуль масань, йонэмда, симбуль масань, йонэмда. Я никогда не научусь готовить плов. Вне конкуренции. Хон, готовы ваши баллы? Давайте же их узнаем прямо сейчас. Хон из Узбекистана сегодня от нашего профессионального жюри получает. Итак, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Общий балл за второй конкурсный день 56 баллов. Хон, Узбекистан, эти аплодисменты для вас. Спасибо. Друзья, Хон... Узбекистан! Спасибо. Спасибо! Уважаемые участники, дорогие друзья, в 2015 году президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко своим указом учредил специальный приз президента Республики Беларусь «Славянская надежда». Для вручения специального приза на сцену приглашается заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель оргкомитета фестиваля Игорь Викторович Петришенко. Решением главы государства в 2022 году специальный приз «Славянская надежда» присужден Бабахоновой Хон Пашахон, Республика Узбекистан. Игорь Викторович, благодарим вам и приглашаем занять ваше почетное место в зале. Спасибо! Решением международного жюри дипломантами конкурса стали... Хон, Узбекистан! Дипломант конкурса и обладатель специальной...